Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Sniper Elite 3. Итак, нас здесь враги очень хотят уничтожить. Очень. Так, давайте сохраним игру на всякий случай. Потому что враги нам такой возможности не предоставляют. В них нету никакого благородства. Вот так. Есть что? Есть шанс, что затеряемся, да? Где этот козел, который вышел меня там проведать? Вот так. Смотрите-ка. Есть шанс. Вот так и сделаем. Ух ты. Давай. Где ты? Давай. Как вас тут много-то на базе? Это же кошмар. Так, ладно. Давайте сначала осмотримся. И никто не попался, ладно. Я вам это припомню. Смена позиции успешна. Сколько я вас только перебил. А вы хотите, чтобы я еще без палева бегал? Надо будет ангар обыскать этот полностью. Так, там еще два тела. Ладно. Так, смотрите-ка. Всего лишь-то пол форта вырезал, или как, пол базы. И все, и тебя уже не преследуют. Так, где у меня? Вот она. Давай. Нет. Там вот я видел внизу же спуск. Вот он. Он куда ведет? Что-то не помню, никуда. Или мне он потом понадобится. Ладно, давайте посмотрим. У меня тут. Вот, вот. Вот. Так. Полный боезапас. Ага, как же полный. Да. Советы по выживанию песчаной бури. Не отправляйтесь в путь в условиях плохой видимости во время песчаной бури. Старайтесь укрыться с подветренной стороны холмов. Отметьте направление вашего движения, нацарапав стрелку на земле, выложив цепочку из камней или других подручных предметов. Песчаные бури могут изменить ландшафт и закрывать ориентиры.
Закройте лицо тканью и ложитесь спиной к ветру. Не беспокойтесь о том, что вас похоронит заживо. Песчаной бури не представляют такой опасности, как метели. Вот так вот. Оказывается, это не так опасно, как все думали. Итак, первую чего-то кого-то там мы вывели из строя. Здесь тоже, по ходу дела, уже никого не должно остаться. Давай, козел, выходи. Блин, вообще не так. Зарядить и взвести. Вообще не так. Они даже в двух разных. Один там находится, другой здесь находится. Нет, нет, блин, не так. Ты меня не должен увидеть сначала, первоначально. Давай с этого возьмем. Давай, ты меня не должен увидеть при таком раскладе. Wachsam bleiben. Что, что, что? Блах, блах. Курлы, курлы. Weiter suchen. Meldung. Вот так. Вот так это должно выглядеть. Обыскиваем его. Быстренько. Вот так. Теперь второй. Падла, как он переместился-то? Там дверь, наверное, калитка открыта. Был-то, ну, а, вон, ну, правильно, калитка открыта, говорю же. Я откуда из стены вышел. Вот так. Давайте смотрим, что у нас здесь. Дорогой Мартин, наконец-то мы услышали хорошие новости. Мы снова заставили Ромелию отступить. Хорошо, что твоя старая рана не помешала тебе быть в гуще событий. Мы очень гордимся тобой, сынок. Я рад, что наши парни в конце концов отплатили немцам их же монета. Я уверен, что война скоро закончится. Горжусь тобой, твой отец. И мы тоже тобой гордимся. Так, что у нас здесь на этот раз? Закрыто, да, опять? Что у вас там в подвалах творится? Очень, не знаете, любопытно становится. Так, надо посмотреть. Никого не видно. Может, там никого и нет. Но это навряд ли. Где тела? А, вот здесь вот этот. Где-то вот в этом районе был. Где ты? Исчез.
Труп забрали. Ладно. Не очень-то и хотелось. Так, пещера. Нет, не пещера, ошибка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подождите, подождите. По карте тут сказано, вот где-то тут радиосвязь есть. Это мне это ее вырубить, да, предлагали. Пойдемте посмотрим. Вот она. Убейте всех радистов на диспетчерской вышке. Так, а как мне это сделать? За мной только что гоняться перестали. Во. Вот так вот сделать. Давайте, где там? Попал в шум. Попал. Тихо. Давай, самолетик. Где ты там? Ну лети. Лети, самолетик. Давай, давай, самолет, самолет, самолет. Он же меня ищет. Чё, авиарейс отменили? Он сейчас в кусты уйдет. Его что-то вообще не напрягает, что помер его товарищ. Все, видимо, на один выстрел, да, вас только хватает. Ой, не надо вот тут вот сейчас вот летать здесь. Так. Ну, вроде. Давайте.
Опа, документы. Парни пьют за младшего лейтенанта Филлипса. Я не могу себя заставить. До сих пор перед моими глазами стоит картинка. Все другие противотанковые орудия были уничтожены. И нам пришлось отступить. Филлипс остался прикрывать нас, ожидая, пока покажутся немецкие танки, чтобы открыть огонь из последнего орудия. Он сжег один танк. Я клянусь, что он улыбался, когда немецкий снаряд попал в ящик с боеприпасами и убил его. Ух ты! Так скажем, герой прямо-таки. Так, все, вроде здесь больше пока никого нету, не намечается. Многие враги были мной безжалостно убиты, снайпера целых две штуки сняты. Ну не факт, что они были пришлыми. Так, тут что у нас? Блин, тут только вон, гранатометы. А по кому они, эти гранатометы, должны стрельнуть? О, их сколько? Неизвестно. Ладно. Так, я что-то не понял. А, вот он. Нужно открыть двери и попасть в подземелье. Давай. Вот так вот. Неплохо. Подземелье. Это вот здесь вот. Так. Да. Сложновато тут лазить. С этими толтырками. Подземелье. Куда вот мне? Вверх, вниз. А, вниз. Тебя здесь оставим как приманку. Ну даже тут какой-то шум есть, который может закрывать выстрелы, перекрывать. Это уж совсем хорошо. Давай, куда он ушел то Ты обратно отойдешь, нет? Спокойно, спокойно. Где-то у вас там двое. Трое. Отправили одного. Иди. Но не дошел уже, падла.
А зачем? Давайте посмотрим. Вот и все. Че, кореш не пришел, так вы бы хоть позаботились, бы узнали бы. Так, кто-то еще есть? Вот так, давайте. Оказывается, их здесь много. По подвалу перемещается. Так. Вот отсюда. Вот сюда. Давайте подождем вас. А. Минутку. Еще вот здесь вот можно. Вот так вот. Давайте. Ждем. Ух ты. Не нашли. Ладно. Что за идиоты, конечно, я не знаю, но... Хорошо. Мне это на руку. Пойдем соберем. Вот так. Терпение и труд, все перетрут. Вот так вот мы их и перетерли. И у нас остается всего лишь чего-то тут сделать. Оп, документы. Британцы прижали нас к земле огнем из крупнокалиберных пулеметов Оберлайн. Обер-лейтенант Зоммер определил, что пулеметы находятся в центре и на правом фланге, и приказал нам атаковать правый фланг, оставив себе 8 человек. Мы ползли в грязи к нашей цели, когда увидели, как обер-лейтенант повел свою группу в атаку через 400 метров открытого пространства. Он захватил 3 пулеметных гнезда и взял в плен 50 человек. Они были поражены его храбростью, впрочем, как и все мы. Ну давайте, давайте. Конечно. Так. Так, так, так. И давайте маленько тут подустроим. Где у меня? А хотя не надо. Чё я? Если сейчас буду выпрыгивать отсюда, то на всех парах сваливать. Так, это карта для начала. Найдите карту, чтобы попасть на завод, где изготавливают танки. Чего? Займите снайперскую позицию, чтобы прикрывать диверсионную группу. Все. На выход.
На выход. Мы сюда так долго шли. Хороший бункер. В прятки можно поиграть. Так. И где я должен занять позицию? О, где я снайперов долбил. А вот смотрите, что мы будем так вот рисковать, правильно? Пойдем тем путем, где у нас уже все очищено. С этого края, если я не ошибаюсь, вообще никого уже нету. Всех перебили. Их было очень много, кстати. Так что... Какие могли бы, господи, войны тут устроить? Только вот игра до одного. А ты что лежишь? Не исчез. Ладно. Тобой отдельно займется. Так, две тачки я уничтожил, кстати. Так, вот снайперскую позицию даже отсюда вижу. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте посмотрим, как они ворвутся сюда, как ураган. Так, с этой стороны. Куда ж ты? Открылся еще спиной широкой своей. А, гранаты там нету, никого на пузе случайно. Поиск шахиды и тому подобное. Да. Голова как арбуз. Господи, вот так вот очков-то можно хорошо подобрать. С этих уродов. Раскололась. Да. Двоих интересно знать. Давай. Господи, их там много вообще так. Их расстреляли. Расстреляли. Ой, я не буду отставать. И да. Да, тебе. В подмышечную область. Добегу. Оторвало ножки. Ух ты. Ранение жопы. И есть пробитие. Какой позор. Панцер Шреки. Сначала разберусь. А где они?
Так. Где-то еще один был, да? Или нет? Вот это, по-моему, это ты же, да? Панцершрек. Сколько вас? Тоже это ты, по-моему. О, а так можно было что-то? Так, ладно. Где еще? Займите и прикройте диверсионную группу. Че? А я сейчас что, не занял, что ли, точку? Что-то маленько не понимаю, в чем заключается. Уничтожьте всю немецкую технику. Так. Хорошо, так. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, увидимся в следующей серии. Пока!